Менее чем через неделю в Астане пройдет масштабное представление «Парад Победы». 7 мая более 5000 военных, свыше 200 единиц боевой техники одновременно придут в движение. Отечественные пилоты представят небывалое авиашоу. Все должно пройти строго по сценарию. У каждого солдата и машины свое место. Любое небольшое отклонение может привести к сбою массового шествия. Поэтому шепетильные военные начали подготовку к важному событию за несколько месяцев до его начала. Каждый день они тренируются и приводят в порядок технику, словно актеры театра оттачивают свои роли и движения. Эпизодических сцен в этой постановке нет. Важно все. Массовое шествие должно выглядеть как единое целое. Каждое прохождение мы оцениваем, ставим оценку. В конце дня мы выставляем место за прохождение и объявляем, чтобы какая-то соревновательность была между парадными расчетами. Ну, я хочу сказать, в лучшую сторону, конечно, да, офицеры ходят, в лучшую сторону служба государственной охраны, военное училище. О долгих часах подготовки к Параду Победы расскажет наш корреспондент Олжас Рамазанов. Его специальный репортаж смотрите сегодня в 20:50 на нашем канале.